есть такие профессии, которые по-настоящему геройские, но не имеют этого ореола восхищения, когда всякие футболисты там бегают и восхищаются, платят миллионы. Они просто работают, они просто спасают жизнь. Скажет сейчас, что не стало героев, тот мирно живет и не знает о том, что каждый момент лишь сирена завоет, они отправляются в битву с огнем. И нет миллионов, ни славы всеобщей, но кто-то же должен спасать, помогать. Они выбирают свой путь жизни в общем, боевки, гидранты, огонь укращать. Цветов аппарат, два человека, товарищ ни слова, а друг и плечо. И нет ни софит, ни фанфары, ни света, в дыму, как в аду, все темно, горячо. А на морозе мерзнут рукава, и приспевает ствол к рукам. Но лишь на ленье дано, чтобы решение принять, в сети нечего терять. Но никто не дал, никто не выдал нам трансформеров прогресс. Но есть такая важная работа, как людей спасать, и вновь не спать отряд пожарных МЧС. Ни миллионов, ни софитов, ни фанфар, но то,